под язык обыкновенный. И его, короче, хотел другой под язык съесть. По дороге? Да. Может, высвободить хотел собрата. Может. Тише, 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 не беси. Тихо. Тихо. Знаешь, почему мы с тобой дураки? Mm? Точнее, я главный дурак. Дневную рыбу мы с тобой взяли. По крайней мере, пакет мы не забыли, это точно. Уже на примете. Тут есть рыба, кстати. Короче, начинает светать. Шли, короче, уже домой. Рыбы на хлеб и на этот ничего не ловится. На поплавок бессмысленно. Да. Большая. Под щука под с именем окунь. Какой-то... А? Да, это не щука, это вроде опачок в боксе. Это под язык. Вообще там забыл в этом месте. Стой. Че? Как по стандарту отпустить хочешь? Блять, нет. Я ему бошку пробил, по ходу дела. Ой, бедненький. Пробил? Не, в ноздрю попал. А. Ладно, плыви отсюда. Вот мы рыбу, мы гуманно рыбу отпускаем в воду, мы ей даем, чтобы она шок не испытала. Поплывешь? Плыви. Плыви, я тебя отпускаю. Ух! Попрощалась такая. Он же попросил, он же сюда чувакал. А, да? Мы, короче, рыбу, которая разговаривает, мы отпускаем.